Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир. Забираем свои награды. Сюрикены, Леонардо ролевой, золотые осколки и, самое главное, конечно же, платиновые. Так, ребята, в список переходим. Вот такой вот у нас список. Ну что, кого будем прокачивать? Очень много, ребят, голосов было про вот классиков, даже Шреддера классического просили перевести. Но в основном у нас было про Майки и Рафаэля. Рафаэль Видение, так, и Рафаэль Ролевой. Это я точно помню, были такие. Про Рафа классику не помню ничего. Ну что, тогда давай Рафаэля. Какого именно? Давай Рафаэля Видение тогда. Хватит? Нет, подожди, хватает у меня все. Все, друзья мои, Раф Видение получает платиновый ранг. У него, кстати, можно прокачать вот эту вот штуку. Оп, на второй уровень. Дикий огонь. Ну что же, ребята, вот как-то так. Ну, а мы попробуем сегодня бустануться. Не знаю, получится или нет. Времени прошло сколько? 7 минут, как откатилась игрулька. Поэтому, наверное, мы сразу пойдем в бой. На этой неделе у нас разыгрывается Майки ролевой, как ты видишь. Наше любимое событие, про которое я уже говорил. Ну что, наше главное, наше любимое событие. По-моему, оно мое любимое. Ну, пускай будет и ваше тоже. Так, давай попробуем поймать 11-11. И начнем. Как всегда, ребята. Ну слушай, ну тут что-то круто. Тут 20 ранг уже сразу же. Тем более Бакстер Стокман. Так, ну я думаю, здесь никаких проблем не должно быть у нас. Баньки отправляем. Давай-ка торнадо. Ич. Ну, это легко и просто, понятное дело. Самое начало, так что удивляться нечему. Будем просто их петрушить одного с другим. Главное, ребята, буст. 67-я позиция. Так, давай смотреть. 11-11 было, попробуем 11-12. Ну, я вижу, что есть 11-12. Эй, мне все равно выше не подняться. 11... Так, тихо, стоп. Так, противник уже сразу получает 22 уровень. Это муха, Бакстер, муха. Ну, для нас это, ребят, не проблема. Просто не проблема. Бакстер, муха, это возня. Навозная. Навозная возня. Давай, Рафаэль, сразу всех одним ударом. Пич. Вот так вот. А представляешь, если бы мы вот ролевого прокачали бы, я боюсь даже представить, какая бы там была инициатива у него. Ну что, воин 3 звезды, конечно же. Ранг 78. 11-12. Давай-ка мы попробуем 12-13. Блин, было же. Просто как всегда, ребят. Не, ну если выпало раз, то значит выпадет и два. Я же говорю. 24-25. Я так понимаю, что после этого поединка, наверное, уже будет у нас не 4 бойца, а все-таки 5. Чем быстрее мы выйдем к 5 бойцам, тем быстрее и больше у нас будет выпадать кубков, соответственно, быстрее будет идти прокачка. Давай вот так вот. Отлично. Так, ну что, давай посмотрим, куда мы там переместимся. Куда мы там переместимся? Я думаю, что да. Элита. И сразу 12-14. Шикарно. 29. Слушай, они уже на 30-ку идут. Прикинь. Игра только началась, они уже на 30-ку тянут. И до сих пор еще пока 4 бойца. Как ни странно. Я думал, будет 5. Но не тут-то было. Да ты серьезно, ты даже не смог забомбить Лео. Ай-яй-яй, какие же вы слабенькие, а? Ну что, Майки? Ой, твои танцы здесь не помогут абсолютно. Бесполезно, даже не попал. А вот мы попали. Окей, двигаемся, конечно же, дальше. Смотрим. Надо же, в элиту 2 звезды попали. Ну... Дальше мы уже не проскочим, потому что сотню мы вряд ли сможем перепрыгнуть, ребят. Сейчас гляну, 12-14. Хотелось бы, конечно, получить 13-15, но... Ух, есть, есть, есть.
Ребят, 13-15 все-таки мы получили. Раз, два, три, четыре, пять. 32-й ранг против 55-х. Давай, наверное, начнем с сюрикенов. Слушай, хорошо начали. Лео пробьешь? Топчик. Лео космос, ну, поднажал. Единственное, что мы сейчас, конечно, не перейдем с тобой в следующий ранг. Скорее всего, где-то будет 30 или 20 позиция. Да ладно, мы вылету 3 звезды. 98 позиция, да. Круто идем, ребят. 13-16. Так, уровень, я смотрю, уже к 40 идет у этих ребят. Ну, ты видишь, там 36-й, 37-й, 35-й. То есть к 40 дойдут, там уже, ребята, будет напряженка именно с полтинничками. А что тут сделать? Давай просто ударим. Так, с ножичками. Чик-чик-чик. Фигня получилась. Давай тогда массовую. Так, минус двоечка. Так, Крис Брэдфорд делает баф. Но это им не поможет все. Минус Крис. И минус Раф. Как-то так. Идем на довольно неплохо, ребят. Так, и сейчас, наверное, уровень уже будет 40-й, скорее всего. Так, после элиты мы переходим в самурай. 13-16. Слушай, нет, почему-то 36-й, 34-й до сих пор. Не знаю почему. Я думал, что 40-й будет. Так, черепашки-ниндзя. 3 штучки. Ну-ка. Тырич. И все выжили, да? Понятно. Давай-ка вот так вот. Пистолетиком этим. Готов. Готов, парень. Ну, гранаты, мне кажется, не смогут добить. Да, только одного уничтожили, а вот Рафаэль выжил. Ну, как-то так. Следующий поединок. Мы сейчас перейдем, интересно, на следующий. Ну, перейдем, да. Вот у нас самурай уже. 53-я позиция. 13-16. Опа. 14-17 выудил. И вот уже, ребята, все, 41 уровень. Они уже сороковку переплюнули, да, получается. Массовиков нету? Нету у нас тут. Так, только Крис получается массовик. Давай с пистолета. Оглушение получил? Получил. Дони добьешь? Молодец. А он еще, кстати, видишь, он еще понижает атаку. Случайно и очень немножко, правда, но все равно, ребята. Пускай лучше будет так. Ну, ать, хорошо. Самурай, 2 звезды, 86-я позиция. 14-17. 14-18. Окей. 43-й, 45-й. Раз, два, три, четыре. Нет уж, ребят, давайте-ка без риска. Возьмем Шархана. Я знаю, с ними на равных драться — это себя не уважать. Равно не по-честному у них все это идет. Лапекс, сигани. Сигани прям ряд этот весь. Чух, шинкуй их. Блин, Кабан и Рафаэль выжил, а? Чисто продержаться, чтобы немножко, да, там доли секунды на ринге с выпендрежем. Ладно. Ну, я не удивлен, ребята, что мы тут не переплюнули, не перешли в следующий ранг. 14... Блин, неужели... Ать, может быть, я зря сделал так? Ладно, не хотят они мне давать... Там 15-19. Возьму тогда я, наверное, вот так вот. Через Ваньку отыграем, фиг с ним. Ну, чтобы быстро. Ванька там достанет гранатомет свой, шмальнет разок и все.
И мы будем двигаться дальше. Как-то так. Теперь, ребят, сколько нам еще? Да, еще месяц нужно потратить для того, чтобы получить следующие платиновые осколки. 15-19. Ну что, Армагона возьмем. Раз, два, три, четыре. Да нет, тут как всегда, Сёгун 3 звезды и все, ребят, не более. В Лигу Мастеров я уже даже забыл, когда в последний раз мы с одной заходки заходили. Честно сказать. Не помню. Ну что у нас там? Какая? 35-я? 21-я. И это, получается, будет только Лига Сёгунов. Ой, я возьму здесь Кожеголового. Раз, два, три, четыре. А потом пойдем фармить, естественно, мутантов. Это, ребята, в обязательном порядке просто. Единственное, что можно не доходить до Кожеголового, то есть драться с ним, а дойти, где у нас будут разыгрываться основные, это Пит и Роквелл. А, и Слэш. Все. Дальше нам нет смысла там рулить куда-то. И мы уже в Сёгунах. 74-е место. Так, 15-19 дают. Вот, 15-20. Я возьму Усаги. И, в принципе, ребята, все. Там уже пошли 70-ники. Там уже можно не брать там каких-то хаев, а чисто своими силами уже. Ну, то есть по порядку бомбить. Ну, Лига Сёгунов, давай хотя бы до двух звезд, до трех. До трех дойдем. Это уже будет приятно. Раз уж в Лигу Мастеров нам не судьба попасть, хотя бы три звезды на Сёгуне. Меня это вполне устроит. Так, 74-я, давай 30-ю. Угу. Так, 15-20. Беру Бакстера Стокмана. Да можно было бы даже Бакстера Стокмана не брать, просто вот по порядку и все. Уровень-то уже довольно такой серьезный у нас. Лоб. Шреддер. Давай-ка. Все. Две массовые атаки и враг падает. Ну, какой там? Сёгун. Сёгун, ребята, две звезды. 83-е место. Рассчитываем где-то на поединка 2. Но хотелось бы, конечно, получить 16-21. Так, ну я что-то не вижу, ребята, чтобы нам выдавали тут 16-21. 15-20, 15-20, 15-21 получается, да? Нет, 15-19. Не хотят? Ладно, видимо, не настолько мы сильны. И сколько тут? Рассчитывается два поединка, да? Где-то еще остается у нас. Да, Лига Сёгунов 3 звезды. И не больше. Давай возьмем провокацию, так уж и быть. Сюрики. Донателло хорошо с ними справился. Ну, у них уровень, правда, был не особо там сильный. Но то, что он их сразу добил, это классно. 42-я, да? 16-21. Ну что, остаются тут остатки роскоши у нас. Два поединка еще, ну, не считая вот этого. Бомбочку от ЗК. На тебе, двойник. Блин, Сплинтер, я не знаю. Ватник ватником, а? Пока они ватники. Вот, не про... вот у них потенциал весь это раскрывается, я вот заметил. На сотом уровне.
Пока у них нет сотого уровня, они считаются какие-то, ну, недоделанными. Оу, смотри-ка. Соточка, ребят, ровно соточка. А 16-22, видимо, не суждено мне получить, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ну и двое остались не в удел. Ну как не в удел? Я их буду обязательно отыгрывать сейчас. Обязательно отыграю. Так, шипов будет достаточно им? Да. Аракзар так напрягается, орет, как будто он тут победил, ё-моё. Ты видел? В конце его. Руки назад, горло вперед, начинает там орать. 62-й. Видишь, если бы хотя бы было 50-е место, можно было бы, ну, предположить, что здесь можно выиграть как-то. Взять Лигу Мастеров. А так нет, ни шиша. Ну давай как-нибудь валунчиком, да я думаю, что им хана сразу. Все, лежат, отдыхают под солнышком. И подожди, какой последний? Последний поединок уже был. Ай, была, не была. Давай, ребята, схитрим. Давай схитрим с тобой, а? Попробуем. Прокатит этот вариант или же не прокатит? Мне просто интересно самому. Все, я потратил 4 отката, которых у нас были. И вот сейчас мне очень интересно посмотреть. То есть, действительно нам не хватало одного всего лишь поединка? Или это все чушь собачья? Ну, давай. Да, ребят, нам не хватало, блин, какого-то одного поединка, ты представляешь? Ну что, Лига Мастеров, одна звезда. Пускай, конечно, и нечестным путем, ребят, но, тем не менее, получили мы ее. А теперь, тут даже не обсуждается, борцы с преступностью. Идем сюда. Идем. Будем сейчас фармить. У нас осталось на слыша, там, по-моему, не больше 30 ДНК, насколько я помню. Ну, напита, конечно, много. И на Роквелла много. То есть слыш, как бы, у нас самый прокачанный из этой четверки. Ну, кожеголову я вообще не беру, потому что он там уже в топчике. Он у нас получил сотый уровень. В общем, он себя чувствует вообще комфортно. Поэтому слэш туда идет. У слэша тоже есть неплохая массовая атака, когда он начинает крутить свой вот этот молот и по всем бомбить. То есть игнорируя там всякие провокации. Ну, массовая атака, она и есть массовая атака. Ничего ты с этим не поделаешь. Так, ну что у нас в первом поединке? Кто там получается? Кирби. А, слэш, у нас последний, ребята, слэш. А я что-то думал, что у нас последний кожеголовый. Нифига подобного, слэш именно у нас последний. Поэтому придется тогда полностью это событие проходить. Ну, я считаю, ничего страшного. Мы его сейчас пройдем, зато в следующих сериях будем просто фармить все, ребят. А пока, да, Кирби. Кто там у нас? Пульверизатор идет. В общем, такие простачки. Так, далее переходим с тобой на последнюю, это третья волна. Тыч. Тычку такую получил. На. Вот и все. Здесь у нас Тимати, да, по-моему, разыгрывался. Ну, да, здесь у нас Тимати. Дальше идет у нас Макмен. После Макмана идет уже Мондагека. И уже после Мондагека начинается Пит, Роквелл, Кожеголовый и Слэш. И опять же, здесь ничего сложного, ребята, в этом событии нету. Потому что у нас все бойцы сотого уровня, и поэтому
пройдем и... Ну, последний уровень может быть не с полточка, но у нас явно никто не погибнет из этой команды. Вот у нас тут Пит, Роквелл, который Роквелл... Роквелл, на самом деле, вот мне кажется, из всей вот этой команды четверки самый бесполезный. Почему, ребят? То, что он свою защиту ставит, я не считаю это супер-пуперской защитой. У нас этих защитников целая куча. И одна массовая атака, это выпускает он всякие виды оружия, там, сюрикены, саи выбрасывает. Хотя, знаешь, опять же, говорить что-то навскидку непрокачанному персонажу, если бы у нас был бы этот удар, прокачанный бы, предположим, да, даже хотя бы на шестую ступень, может быть, он бомбит, как, извини меня, Супер Шреддер своим суперударом. Тогда Роквелл совсем, ребята, поменяется в лучшую сторону, даже несмотря на то, что у него ничего больше такого особого нету, кроме там повесить щиты и все. Вот этот удар у него ладошки, это вообще ни о чем. Ну, у Слэша, кстати, у Слэша тоже всего лишь одна массовая атака. У него там есть прыжок, да, задом, что-то еще. А, курок у него есть. И просто удар. Так что, если по большому счету брать, то он на равных идет с этим, с Роквеллом. Так, ну что, это засыха вылез, да? С одного удара его Бакстер Стоун он просто вырубил. Не успел чувак появиться, выпендриться за своим желтым диваном. Точнее, матрасом. И все, получил и бежал. Ну вот, добрались мы, ребята, до наших. Они эти, мутанты, короче. Естественно, ставим на автобой. Уровень, как ты видишь, у них 50-й, 4 волны. То есть на 60 уровней мы, получается, их круче. 60 уровней — это хороший перевес. Более чем. То есть с одной плюшки каждый... Одна плюшка, один труп. И здесь у нас разыгрывается Пит. Тыч, такие люли раздаем. Так, они повесили на себя уклонение. Им поможет это уклонение? Я думаю, что нет. Четвертая волна. Вот они. Трое из них, да? Кожеголовый, Слэш, Пит. Ну, кожеголовый у нас прокачанный. Причем довольно неплохой. У него, кстати, тоже, ребята, одна массовая атака у кожеголового. Это кувырок, все. И тем не менее, он как бы считается, ну... А, у него преимущество в том, что, ребята, у него есть провокация. Да. Он может взять на себя провокацию. А что может сделать, например, Роквелл? Ударить и убежать. Так, опять связь оборвалась, да? Нет, прогрузилась. Обычно такой значок, когда связь теряется, появляется. Две ДНК на Пита. Дальше идет две ДНК на этого. Фу, уже голова не соображает. На Роквелла, конечно же. Именно на Роквелла. Потом у нас получается кожеголовый, к которому мы тоже быстро пойдем. И в конце уже Слэш. И, по-моему, если не ошибаюсь, в самом последнем испытании они фармятся все. Но, сам понимаешь, 10 сыр отдавать за одну попытку. Ну, такое себе увлечение. Так, шестидесятников, я смотрю, тоже без проблем мы уничтожаем. Макман выжил против суперудара от Шреддера. Вот видел Роквелл просто с одной плюхи. Крэнк ему звезданул, и он упал. Так, решил ракеты. Зачем вот? Зачем ты тратишь ракеты здесь, а? Непонятно. Ну что, две ДНК на Роквелла. В копилочку нам, пожалуйста, положите. Так, старый друг кожеголовый. А у них уже здесь 75 уровень, да, получается?
О, грибы со своей инициативой. Как всегда, первый начинает, а? Блин, они себе и щиты повесили. Причем всем. Вот здесь надо было массовую атаку применять, любую. И мы бы их разобрали бы. Так, стрелозады. Еще раз повторяю, ребята, вот эта вот голова, которая вот наверху, да, это голова железноголового. То есть они собрали непонятного какого-то мутанта с головой кожи у этого железноголового. Вон она, видишь, такая же голова была, как у железноголового. Ну, последний выстрел, да, отлично. И последняя, заключительная волна здесь. Да сделайте вы массовую атаку, хоть какую-нибудь, хоть одну. Молодец, Крэнк. А эти 75-х не завалил. Ну и опять этот робот со своим любимым желтым матрасом. Он прям за ним прятался. Причем, когда он встает, куда-то он все это сразу барахло убирает. Куда он его убирает, объясни мне. Непонятно куда, да? Ну и все, вот и победили. Причем вот этого босса я, ребята, в мультике что-то не помню. На двух ногах, какой-то гигант этот. Ну и последний поединок у нас. Поехали. На автобой, интересно, мы сможем пройти сами или нет? Или мне придется в ручной режим переходить? Видишь, ускоряху повесили. Дай-ка я, наверное, в ручной режим, ребят, сам лично попробую их разобрать. Усиление атаки. Волна пошла. Минус. Минус, это дуплица, наверное, да, сам. Стрелозады тут стоят. Валуном их. На третьей волне у нас черепашонки. Все четыре брата-акробата. Ну-ка, если ракетой в них. Оп. Так, нифига. Смотри, сколько он здоровья отнял. Так, надо будет у Шреддера использовать его хил. Так, давай, Ванька, бомби. Эй, хотел же, блин, использовать. Да что ты. Ё-моё, а тут же босс. А у этого здоровья мало. А он сейчас начнет тут молниями своими бомбить. Тройной укус. Допустим. Давай сделаем так. Выжили. До свидания. Ну вот, вот, ребятушки, и все. Мы прошли события. Теперь будем его фармить. По возможности надо фармить каждый день. Две карточки на слэша. Так, ну что, смотрим. Вот здесь можно вытащить Пита. Здесь Роквелл. Блин, надо где-то... Получается, вот здесь вот, да? Они все втроем. То есть слэш, Роквелл и Пит. Опа, выпадает слэш, неплохо. А и маяк. И маяк. То есть, если посмотреть по списку... Нет, нам надо зайти... Подожди, куда лучше зайти? В список, наверное. И посмотреть на слэша. Найди его еще. Вот он. Ребят, 74 ДНК у него.
у Рокула 38, у Пита 28. То есть Слэш как бы идет пока в топчике. Ну что, у нас еще задание, по-моему... А, задание все выполнено. Тогда, ребята, все, будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!